Я, видеоблогер Екатерина Снытко, говорила, что семян я в этом году покупать не буду. Буду рассчитывать на свои семена. Но как не купить, как пройти мимо подкормок для наших растений и как пройти мимо защиты наших растений. Сегодня я вам покажу, что я приобрела для моих любимых и комнатных растений, и также и для огорода. Конечно, опять купила вот такое удобрение GroGreen. Очень оно мне нравится, тем более сейчас на него скидка. И что здесь очень хорошо? Основных элементов азота, фосфора, калия не так много в процентном соотношении. Больше всего, конечно, это калия. Но посмотрите, здесь много есть микроэлементов. Кроме этого, смотрите, купила гумат 7. О нем я уже говорила. И когда зашла в агромагазин, спросила, что вы посоветуете, что у вас лучше всего берут для комнатных растений. Он мне сразу же предложил. Смотрите, гумат 7. На 67 литров воды. Гумат, конечно, замечателен. В том плане, что состав микро-макроэлементы очень хорош. Кроме этих двух, купила янтарную кислоту. О янтарной кислоте давно слышала, никогда не пользовалась. И вот написано, регулятор роста. Повышает схожесть. Я купила вот такое удобрение. Гроб Макс. Сертификат Голландии, но производство Румыния. И здесь написан состав. Состав, конечно, замечателен. Если основных элементов не так много, то посмотрите, железа и магния очень много. И еще другие микроэлементы. Будет желание, прочитайте. Это очень концентрированное. Написано ультраконцентрат, то это недешево. Я купила борную кислоту. Борная кислота входит в некоторые болтанки, которые я делаю для и защиты, и подкормки. О борной кислоте я, видимо, сделаю ролик. Очень помогла мне борная кислота в составе с другими элементами для борьбы с аидиумом. Одна лоза у нас заболела. Также, посмотрите, посоветовали взять вот такое. Это защита метронидазол. И его я буду использовать для защиты от грибкового заболевания. Мне сказали, что это грибок на моей нулине бокорнее. Но посмотрим, так это или нет. Но я уже говорила, что сделаю позже обработку, пока холодно. Взяла также калия перманганат. Это должно быть у всех для дезинфекции. Обязательно надо иметь. И грунт можно проливать. Хотя вот я слышала, Ганечкина Ангелина советует другие препараты. Но вот мы пользуемся перманганатом калия. И вот обещала показать от садовых и комнатных муравьев. Вот такой инсектицид колорит СП на 3 литра воды. Посмотрим. Во всяком случае, уже надо готовиться и к подкормке наших любимых растений, и к защите. Вот такой вот маленький сюжетик.